Как надо принимать решение в десятке? Большинство определяет или все должны согласиться? Десятка — это как один человек. В одном сердце, какое большинство тут может быть? Как? Я вообще не понимаю, что такое большинство. Это не называется миньян, если мы не все в одном сердце, в одной молитве. Какое решение может быть принято, если часть не согласна в сердце? С тем, что да, товарищи сделали, а я согласился. Думает, что он герой. Нет, это принуждение в духовном. Да. Это значит, только если есть общее согласие, это, тогда можно принимать решение в десятке. Да, иначе понятия десятки не существует. Все как один. Но в таком случае почти невозможно принять решение, да? Это ты говоришь, я так не сказал. Почему, например, в дирекции вы сказали 8 из 10? Вы никогда не сказали «все». Дирекция — это люди, у которых есть разные мнения по отношению к разным проблемам, которые относятся к нашему миру, как вести себя. Они не принимают решения о чем-то духовном. У нас есть много людей, которые принимают решение, что ты будешь есть сегодня на трапезе, и каков у нас распорядок дня будет, и учебы. Я даже не спрашиваю. Они там решают... Да? Ниверои, да? Ну, принимают решение, что мы учим, я даже не знаю. Я спускаюсь сюда, бум, читаем. То же самое во всем. Это не называется, что это не имеет отношения. Десятка имеет отношение только к объединению в одном.